Здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые зрители. Сегодня 4 апреля 2024 года. Погода изменилась. Похолодало где-то плюс 6, плюс 7. Но ветра нет, поэтому сегодня прогуливаюсь. Вот, и снимаю это видео. Во-первых, хочу поблагодарить того человека, кто сегодня в 8 часов утра поддержал мое творчество. Большое вам спасибо. Здоровья, хорошего настроения. Это музей искусств на улице Октябрьской. А здесь мое внимание привлекли вот эти высокие туи на фоне бизнес-центра «Софит». Туи эти высотой, наверное, в третий этаж, то есть метров 10 высотой. И мне сразу вспомнились те туи молодые, которые я вчера снимал на площади сейчас. Жукова. Я не знаю, сколько времени. Где высажены были плюс к уцелевшим еще 48 саженцев. Дай бог, чтобы они выросли такими же высокими, 10-метровыми или даже выше, как вот эти туи на улице Октябрьской возле здания МТС, офиса МТС. Кстати, в Софите находится офис Теле2. В этом здании в советское время, вернее, на территории вот на этой, размещался детский сад. Я это прекрасно помню. А сейчас вот офис МТС, за ним офис Теле2, насколько я знаю. И вот эти прекрасные туи. Очень высокие, красивые, вот такие. Так, ну что, давайте дальше продолжим нашу прогулку. Хочу отметить, что уже ни льда, ни снега нету, конечно же. Стояло несколько дней, температура больше плюс 20. В Орле, в общем-то, уже весна, но и травка уже стала, видите, пробиваться. И цветочки появились, я это все снимал. Птички находят себе еду легко. Вот. Но тепла еще такого весеннего даже не наступило. Хотя лето к нам даже заглянуло на днях, я бы так сказал. Выставка Фида и Анатолий. Лето к нам заглянуло на днях. И что еще сказать? Идем, короче, дальше. Магазин «Цветы». Ну, я заходил уже там, вроде снимал. «Философия цветов» называется. Вот где можно купить букетик. Там у нас бульвар Победы. Памятник генералу Горбатову. Тоже уже не раз снимал. Ничего, скоро все позеленеет, листочки появятся. Вот вижу уже на каштанах какой-то движ. Почки уже набухли более чем. Смотрите, что появилось. О, листочки появляются уже, видите? Каштаны клейкие такие. Каштаны уже готовы распускаться. Клейкие такие на ощупь. Такие каштанчики, листочки клейкие уже готовы распускаться. Еще чуть-чуть тепла и все. И будет хорошо. Там дуб стоит многострадальный. Никакие работы не произведены новые. Только отпилены старые сучи. Даже дупло не заклеено ничем. Ну уж не знаю, если он все это переживет, то стоять ему тут долго. Ну не знаю, не знаю. Есть, конечно, силы в этом дубе. Его посадили в 1800
61 году в честь отмены крепостного права. И несмотря на все ужасы, которые он пережил, например, отлом 40% дерева, ствола, огромный отлом в октябре 2023 года с ним случился. Дупло там огромное, собака может прятаться. Ничего не сделано, не знаю. Хотелось бы, конечно, чтобы его до ума довели, этот дуб. Вот пока как-то так. Советской эпохи мозаика из таких стекляшечек цветных. Выражает производственный процесс, сталевары там, еще кого-то. За компьютером кто-то сидит. Я снимал ее отдельно. Н. Захаров, 1975 год. Не буду особо туда заходить, там закрыто. Фруктовый рай. Магазин сухофруктов, соков, конфеты, специи. Ну, можно тут кое-чего покупать, можно. Библиотека имени Гайдара, Октябрьская, 39. И полисадник Тамары Михайловны. Давайте посмотрим, что тут растет. Я могу только ролик снять, я не знаю, что тут растет. Вот похоже на лук, но это не лук, а может и лук, не знаю. А, не, не лук, какие-то вот стрелки там. Видите? Что-то растет, что-то растет, что-то растет, что-то расцветет. И у Тамары Михайловны тоже некоторые изменения произошли. По сравнению, совсем недавно была черная земля. И вот уже вылезли цветочки. Камушками все украшено, очень красиво. Молодец Тамара Михайловна, местный житель, которая благоустраивает этот замечательный участок земли. Следит, и летом тут красота. Да и весной симпатичные цветочки. Видите, голубенькие. Хорошее место. Проходя мимо, ну как не снять такую красоту? Хотя красота еще не совсем настала. Но придет время, и поверьте, здесь будет на что посмотреть. Здесь даже ягоды я пробовал, клубники. Тут даже клубника растет какая-то. Вернее, не клубника, а не знаю, как называется, но похоже на клубнику, на землянику. Вот такой замечательный участочек. И растет также ель и вишня, по-моему. Что это за... А, указатели, смотрите, интересные такие. Раз, мне понравилось. Улыбнись, жизнь прекрасна. А это что, я не понял. Это елка не живая, что ли? Как это из пня-то она торчит? А, просто на вставлено. Ну, не знаю. В общем, такие тут дела. У Тамары Михайловны полисадника. Иду по улице Октябрьской. Подошел я к скверу Гуртьева. Это улица Пионерская. Здесь наблюдаются серьезные подвижки. Что-то здесь работает строительная техника. По дорожке уже не пройти. Покрытие поднято. Старое асфальтное. Вот. В общем, что-то здесь делается. Вообще меня удивляет, за последние годы что-то чудесное просто происходит в нашем городе. Как будто на нас прям потоки идут какие-то хорошие. Началось все с детского парка, парка Победы. Очень много изменилось. А то, что готовится в этом весенне-летнем сезоне, у меня просто в голове не укладывается. Одна только
Это фонтан «Крылья орла» чего стоит. Один только фонтан чего стоит «Крылья орла». Эстрада в парке. Здесь вот еще что-то. Банный мост еще. Я вообще, банный мост — это просто мечта моя сбудется. Ходить из Советского района железнодорожный в торговый центр «Радуга». Так, ну я туда не пойду, мешать рабочим не буду. Памятник Гуртьева я снимал много раз. Вот, скажу, что могила Гуртьева, генерала, погибшего за освобождение Орла, находится на Троицком кладбище. Вот. Тут ограждено ленточками, я туда не полезу. Хотя мог бы, но не полезу. Незачем, снимал уже много раз. Отсюда вот еще сниму. Замечательное место, сквер Гуртьева. Что-то здесь будет происходить. Что-то здесь происходит, что-то здесь будет переделано. Ну, посмотрим, как говорится, увидим. Живем подольше, увидим побольше. Вот. Машет нам рукой водитель. Высыпает старое вот это снятое покрытие, как я понимаю, в кузов увозит. Будет здесь новое. Спасибо вам, дорогие земляки и рабочие, кто преображает наш город к лучшему. Улица Октябрьская, сквер Гуртьева, улица Гуртьева. Ну, в общем-то, на этой радостной картине перемен я и закончу свой ролик. Еще раз благодарю того человека, кто сегодня в 8 утра 4 апреля 2024 года поддержал мое творчество. Подпишитесь на канал Дмитрия из Орла. Всего вам доброго, всего хорошего.